there was food. У меня много татуировок. Моя мама их ненавидит, но я все равно набиваю новые. Когда меня сбила машина, я сломал ногу в 27 местах. Через 2 года я пробежал Iron Man. Я должен был набить тату в честь этого. После того случая я не снимал в течение года. Мне нужно было напоминание. Я никогда не думал, что доживу до 30. И никогда не думал, что мне придется сказать «прощай». И невозможно не набить, посмотрев Glengarry Glen Ross. Вы всегда заключай как контракт. Всегда заключай контракт. Всегда заключай. В любом случае, для меня татуировки всегда отображают момент, впечатление или идею. Что-то, что я не хочу забыть. Чтобы у меня было напоминание каждый день до конца моей жизни. Итак, это было 18 месяцев назад. Мы с Максом летели 27 часов на другой конец планеты. Что вы делаете? Потому что мы прочитали в интернете о бассейне дьявола, об этом маленьком естественном бассейне бесконечности на высоте 108-метрового водопада в Африке. Мы подумали, что это будет хороший кадр для нашего фильма. Мы вышли с самолета, сели в машину этого чувака и попросили отвезти нас к бассейну дьявола. На что он сказал? К сожалению, бассейн дьявола в это время закрыт из-за того, что уровень воды поднялся. Мы проделали долгий путь, чтобы попасть к бассейну дьявола. О, нет. О, да. Уровень воды был слишком высокий. Эти два чувака взяли меня поплавать. Они сказали, что если я хоть чуток приближусь к краю, то меня засосет. Мы ушли с поражением. Мы так и не добрались до бассейна. По пути назад, в аэропорт, мы говорили о том, что больше никогда сюда не вернемся. Как думаешь, у тебя получится еще раз побывать в Замбии? Думаю, нет. А теперь быстро перемотаем до прошлой недели. Я вернулся в Африку, на этот раз с моим ребенком. У нас была единственная миссия — попасть к бассейну дьявола. И знаете что? Мы, черт возьми, сделали это! Это мы! В водопаде! Я не знаю, почему я раздул из этого такое. Думаю, я просто ненавижу стараться впустую. Итак, что же произошло потом? Я переплывал реку по направлению к бассейну. Меня что-то укусило! How do you feel? Is it painful? Tigerfish. Меня укусила тигровая рыба. Как круто! Это был как обряд посвящения. Это невероятное впечатление от укуса на моей ноге с фразой «Не забудь этот момент». Переведено и озвучено студией Трэмпи.